Давайте вместе посмотрим, как сделали защиту на одной из BMW X5, 70-й кузов. Сейчас мы в данный момент защищаем от угона эту машину. Предыдущий автовладелец установил систему SOBR GSM с двумя замками капотов и цифровой блокировкой двигателя. Значит, давайте посмотрим, как эта защита выполнена. Значит, здесь установлены замочки DefenTime. Вот такие вот, с антиспильными трубочками. Один замочек. Второй замочек. Соответственно, ось попадает в ответную часть. Здесь такие кронштейны замечательно сделаны. Да, значит, скорее всего, замок очень тяжело, конечно, будет данный открыть. То есть вскрыть капот для запуска двигателя. И теперь посмотрим, как эти замочки можно открыть. Ну, все очень просто. Значит, с водительской стороны, соответственно, левый замок имеет страховочный тросик, который выведен в салон машины. Вот здесь вот мы можем отогнуть коврик и достать вот этот страховочный тросик. Вот тянем за петельку, и замочек открывается. Ну что же у нас с правым замком? Правый замочек, наверное, у нас имеет тоже страховочный тросик. Давайте посмотрим. Вот здесь вот за ковром тот же самый, еще один страховочный тросик. Дергаем за петелечку и открываем замочек. Так, а где же SOBR GSM? Замечательная система. Система-то очень хорошая, но посмотрим, как ее смонтировали. Подключение к коншине, блокировку можно сделать за бардачком. В общем-то, мы, сняв вот эту вот накладочку, видим, что... А вот, в общем-то, и сам SOBR. То есть вот сам блочочек. Такой на хомутике тут аккуратненько крепится. И, о чудо, здесь же сделано... Это невероятно, но это вот и есть цифровая блокировка двигателя. Вот такой вот комплекс за 50 тысяч поставили. Мы это все снимаем, демонтируем. Весь этот ужас. И... нормально, хорошо будем защищать машину эту. Спасибо.